хотя. Я хочу видеть своего ребенка. Вы можете выбрать суп, салат, горячий. Ребенок имеет право знать, кто его отец. Хорошо, я подойду чуть позже, когда вы будете готовы. Кать, я виноват перед тобой, я знаю. Поверь, мне очень стыдно. Через 2 минуты на лестницу входа. Тебе нужно? Кать, нам рано или поздно все равно придется договариваться. Не ради нас, ради сына. Послушай, я хочу все исправить. Я не знала о его существовании. Если б знал, все было бы по-другому. Почему ты мне вообще о нем не сказала? Я не хотела с тобой ничего общего иметь. И сейчас не хочу. Ты меня продал, Игнатенко. Ну, прости. Прости, я знаю, что я поступил как козел, но... Но не было и дня, чтобы я не сожалел о своем поступке. Когда я могу увидеться? Я подумаю, сможешь ли ты увидеть его вообще. Да. Я все решу. Да верну я долг, расслабься. Что-то ты неразговорчивый. Что? А, прости. Задумался, работа. Работа. Послушай, ты правда запал на эту Катю? Что за глупости? Конечно, нет. Я переживаю за мальчика. Нелегкая судьба досталась пацану. Может, мы в ресторан поехали ко мне? Извини. Да. Алексей, здравствуйте. Вы мне звонили, я не могла ответить. Да, я по поводу Гриши. Переживаю за мальчика. У меня важные новости. Если вам удобно, можете приехать ко мне домой через полчаса? Хорошо, я сейчас подъеду. Что? Алексей, извини. Срочное дело. Ужин с меня. Кронин, ты уверен, что тащиться к бабе ночью – это работа? Послушай, Олеся, думай, что хочешь. У меня, правда, дела, извини. А вот, кстати, твой дом. Заснул. Очень жаль. Но Гришу все-таки придется направить в детдом. Я знаю, что отец его умер. Прочитал в новостях. Это не совсем так. Дело в том, что Олег Борисович не отец Гриши. Он его дед. Все так быстро произошло, я не успела вам сказать. Хорошо. А кто отец, выяснили? Да. Мы встречались 2 раза, и он хочет участвовать в жизни Гриши. А когда он собирается оформить отцовство? Я не знаю. Мы еще об этом не говорили. Поговорите, пожалуйста, скорее. Или вы передумали расставаться с мальчиком? И решили саботировать установление отцовства? Я думаю только о Грише, но его отец... А с ним что не так? Мы знакомы 7 лет. Я безумно его любила, а он... Я не верю, что он изменился. Я не могу ему доверить Гришу. Послушайте, я прекрасно понимаю, что он сделал вам плохо, но это не значит, что он будет плохим отцом. У вас нет выбора. Или Гриша будет жить с отцом,
или в детдоме. Понимаю. Пожалуйста, дайте мне еще немного времени. Я хочу, чтобы Гриша хотя бы привык к отцу. Хорошо. 3 дня. Кстати, я подготовил список документов для оформления отцовства и собрал бланки. Ну, чтобы вам было легче. Спасибо вам за все, что вы делаете. Добрый вечер. У меня доставка для Екатерины Вавиловой. Да, это я. От кого? Просили сказать, от любящего мужчины. И распишитесь, пожалуйста, вот здесь. Спасибо. До свидания. Ну, мне пора. Да, и приходите завтра утром в отделение. Я передам вам документы. Да, спасибо. До свидания. До свидания. Прошу, дай мне шанс. Алло. Кать, пожалуйста, не бросай трубку, а? Скажи, Грише понравился конструктор? Он уже спит, я ему завтра покажу, но думаю, ему понравится. Я очень рад, правда. Кать, ты знаешь, я хотел пригласить вас с Гришей на прогулку. Есть отличное место, там... Куча автоматов, пицца, мороженое. Я уверен, что Грише понравится. Ну и тебе тоже. Может, я заеду за вами завтра, там, часиков в 11. Что скажешь? Хорошо. Договорились. Спасибо. Да. Ну, я же сказал, все верну. Ну, не хочешь ждать, так не жди. Подожди-ка. А это же наследник Лексанова. Покойника с 300 миллионами. Давай я с тобой пойду. Все-таки я тебе с Гришей. Я сама. Я быстро. Быстро же она его в оборот взяла. Я тебе подарил. Спасибо. Вот молодец. Добрый день. Здравствуйте, присаживайтесь. Катя, вы помните, что у вас осталось 3 дня на формальности? Гриша должен быть в органах опеки. Там они решат, что с ним делать дальше. Вы же понимаете, что Гриша — это не машина из проката, которую нужно вернуть к определенному моменту. Он живой человек, ему нужно время, чтобы привыкнуть к отцу. А может, это вам нужно время, чтобы привыкнуть к отцу Гриши? Вы забыли прошлое? Я ничего не забыла и делаю все только ради Гриши.
Вы не имеете права так со мной разговаривать. Кронин, ну ты странный. Носишься с ней, закон нарушаешь. А благодарности ноль. Еще и указывает, на что ты права имеешь, на что нет. Сделать тебе чай? Гриш, пока все автоматы не обойдешь, домой не пойдем. Хорошо. На, держи. Ну, а мы, может, кофе попьем? Давай. Бежал я с этого поэтического вечера быстрее ветра. Даже пальто пришлось там оставить. Ой, мы уже целый час тут сидим. Гришу как-то забыли. Ой, да ему сейчас не до нас, он там автоматы отрывается. Так я ж потом этого поэта в другом городе встретил, Катя. Слушай, извини, я все-таки сбегаю, посмотрю, как он там. А, давай. Я, кажется, с вами рассчитался, да? Спасибо. Ты как? Наигрался уже? Понравилось? Да, только устал уже. Ты не сгоришь. Да ему жарко просто. Тебя болит что-нибудь? Голова болит, холодно, и спать хочется. У него жар, надо домой ехать. Ну, я отвезу. А лекарства? Да по дороге купим, не волнуйся. Сырники, хлеб, колбаса, там фрукты. Сберешься. Спасибо, что помогаешь. Катя, Гриша мой сын, я обязан о нем заботиться. Ты весь день с ним, и когда тебе по магазину бегать? Спасибо, что ты сейчас с нами. Я так за него перепугалась. Если бы не ты, все было бы еще хуже. Катя, если ты позволишь, я всегда буду рядом с вами. Катя, я любил тебя и сейчас тоже люблю. Если бы ты меня простила, то... Все уже в прошлом. Между нами ничего не может быть. Да, я понимаю. Просто знаешь, что если что-то будет нужно, я всегда рядом. Вот умеют же некоторые устроиться. Мало того, что наследник миллионов, так еще и красавчик. Мне неудивительно, почему эта Катя не устояла перед ним. А фамилия его в статье указана? Да. Брыкин. Взял девичью фамилию матери.
Нет, ну ты посмотри, кто рядом с ним. Ларис, у меня 200 тысяч подписчиков. На каждый пост по 10 тысяч лайков. Я не поставлю рекламу меньше, чем за 15 тысяч. Все, я все сказала. Представляешь, хотят заказать у меня рекламу за 7 тысяч. Еще вы 3 предложили. А ты где был? Ездил по делам. Наверное, с инвесторами встречался опять, да? Угу. А вот это вот ты видел? Выплаты по кредиту просрочены на полгода. Долг будет передан в коллекторское агентство. Что ты будешь с этим делать? Выкинь в помойку этот бред. Я серьезно, что ты будешь делать с долгами? Я все решу. Потерпи немного, я все решу, скоро все будет. Да? Привет. Прости, что беспокою. Мне нужна твоя помощь. Что-то случилось? Посидишь с Гришей. Мне нужно срочно выйти на смену, а соседка, которая обычно с ним сидела, у врача, и у меня не получилось поменяться сменами. Без проблем, я сейчас приеду. Спасибо, что помогаешь. Я бы сама осталась, но меня уволят за прогул. Да все нормально, я сейчас буду. Угу. Куда ты собрался? К инвесторам. 2 месяца за ними бегал. Нельзя отменять. Слушаю вас. Извините, я, наверное, ошиблась номером. Ключи-то забыла оставить. Точно. На, вот возьми мои. Спасибо, что помогаешь. Я рад хоть чем-то помочь. Я могу вам помочь? Да, я бы хотела заказать у вас на завтра банкет в память об одном замечательном человеке на 20 персон. Да, конечно. Сейчас все оформим, все пожелания учтем. 20 персон. Да, и обслуживание, это очень важно. Вот эти официанты замечательно работают. Да, это наша лучшая смена. Отлично. Тогда завтра утром пусть все они будут. И вот эта вот девушка. Угу. Обязательно. Да, конечно. Но 65 миллионов лет назад динозавры вымерли. И... Так, дружок, давай поиграть теперь один. Почитайте еще, пожалуйста. Ты видишь, у меня дела? Да. Да, это я. Кто? А вы знаете ее адрес? Хорошо, я могу выйти минут на 5. Да, хорошо.
Так, малыш, мне нужно встретиться с одним дядей. Побудь пока один, ладно? А когда вы вернетесь? Скоро. Поиграй пока один. Возьми вот там конструктор, может, там или что-нибудь. Все, скоро приду. Дмитрий, что вы хотели? Хочу знать ваши планы в отношении Гриши и Екатерины. Почему я должен вам отчитываться о своих планах? Ну, потому что я волнуюсь о них. И хочу быть уверенным, что у мальчика все хорошо. У мальчика все отлично. Мы нашли общий язык. Про Катю должен тоже отчитаться? Да, должны. Моя личная жизнь вас не касается. Мы с Катей сами разберемся. Разбирайтесь. Только имейте в виду, что я глаз с вас не спущу. Обидите Гришу или Катю, будете иметь дело со мной. Да. Алло, милые, завтра у нас будет вечеринка. Какая вечеринка? Не волнуйся, все будет очень прилично. Соберется узкий круг друзей Олега Борисовича. Делай как хочешь. А? Я конструктор до того, как вы сказали. Тебя нельзя на 5 минут оставить. Чего ты плачешь-то, как девчонка? Все нормально? Лариса, что случилось, малыш? Я с табуретки упал. Щечка ударился. Бедненький, иди сюда. Мягкий диванчик. Смотри, что у меня для тебя есть. Вот. Можешь съесть до ужина. Спасибо. Я не могу сейчас говорить. Все. Дим, ну как так? Кать, не оставил на 3 минуты. Встреча была. Ты что, его дома одного оставил? Кронин оставил на встрече. Кронин? Да, Кронин. Угрожал мне, сказал, что следит за нами. Ну, это на него как-то совсем не похоже. Слушай, мне плевать на этого Кронина. Надо вон на Гришке подумать. Оформить уже, наконец, мое отцовство. Ну, не дай бог вот так что-нибудь случится, там, скорую вызвать. И я же по документам, ему никто. Да, наверное, ты прав. Нужно, наверное, это сделать. Давай тогда завтра поедем в ЗАГС. Я признаю отцовство, ты как мать подтвердишь, там выдадут нам это свидетельство о рождении, там уже будет стоять. Дим, я не его мать. Как это не его мать? Так. Его мать Алиса. Помнишь такую? Ты мне что, врала все это время? Прекрасно. Как ты вообще могла, Кать? А как ты мог изменять мне с моей лучшей подругой? Слушай, мы с ней встретились, когда ты уехала уже.
лучшая подруга. Она вешалась на меня, когда мы с тобой вместе были. Я хотела тебя проверить. Можно ли тебе Гришу доверить? Он вообще точно мой сын? Твой. По просьбе Олега Борисовича мы сделали генетическую экспертизу. Результаты есть у меня в документах. Это вообще... Ладно, ты прости меня, но... Ну это... Ладно, все это в прошлом. Что делать-то будем? С отцовством? Ну? Так, ладно, я это все возьму на себя. Дай мне его документы. Я сейчас принесу. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот документы. Решение должно быть положительным и как можно скорее. За срочность у меня двойной тариф. Когда перечислите? Чуть позже. Я на днях решу этот вопрос. Простите, но я так не работаю. Да. Давайте я утрою ваш гонорар за задержку. Только в порядке исключения. Мне пора. Всего хорошего. Всего доброго. Гриш, ты помнишь, как мы с Олегом Борисовичем в ресторан ходили? Да, помню. Он хороший очень. Книжки мне подарил. Разговаривал, как со взрослым. Так вот, Олег Борисович, это твой дедушка. А Дима его сын. Твой папа. Мой папа? Он? Мама очень хотела, чтобы мы его нашли. Вот теперь тебя никто не сможет обидеть или забрать детдом к чужим детям. Теперь я понимаю, почему мама раньше его не хотела искать. Я не хочу с ним жить. С Димой? Да, он злой, он меня не любит, только кричит и ругается. Ну не все время же ругается, он тебе конструктор подарил и на автоматы водил. Не бросай меня, мама ушла. Если ты уйдешь, я совсем один останусь. Я тебя никогда не брошу, обещаю. Да, здравствуйте. Хотела вам сообщить, что Дмитрий Олегович подал заявление в суд об установлении отцовства. Так что у Гриши скоро появится семья. Что ж, я очень рад. Спасибо вам большое за помощь, но... Хотела вас попросить не вмешиваться в мою личную жизнь. Вы не имели права допрашивать Дмитрия Олеговича. Я переживал за Гришу. Да, понимаю. Извините. Спасибо вам. До свидания. Всего хорошего. Чай сделать? Что? Чай. А, да. Сделай. Кать, а что ты читаешь? Сообщение пришло. Сегодня буду работать на банкете. Посидишь с Кларой Семеновной? Посижу. Она хорошая. Молодец. Потом пойдем в парк, погуляем или покатаемся на аттракционах, или пойдем пиццу есть. Хорошо? Лучшие люди уходят слишком рано. Привет, любимая. Привет. А почему ты решила провести это мероприятие здесь? А что, что-то не так?
Нет, ничего. А вот и сын Олега Борисовича. Дима. А вы знакомы с моим женихом? Жаль, свадьбу пришлось отменить из-за траура. Ты мне ничего не хочешь объяснить? А что тут объяснять? Я сейчас тебе все объясню. Я видела, как Дима к тебе захаживал. Забавно, да? Вот только не надо питать иллюзий, потому что женится на ровне, а с обслугой развлекается от скуки. Понятно? Ты же хотел все исправить. Стать для Гриши настоящим отцом. Каким отцом, Дима? А вам ваш жених не говорил, что у него есть сын? Ему 6 лет. Зовут Гриша. И что он обещал заботиться о нас и быть всегда рядом. Я обещал заботиться о сыне и о его матери, но ты... Ты не его мать. Нет, я тебе очень благодарен за заботу о сыне, но впредь Грише лучше жить в семье. Ты у меня не можешь его забрать. Я его отец, и я буду решать, где он будет жить, с кем общаться и с кем дружить. Я, а не ты. Дима, что это было только позже что? Позже поговорим. Объясни. Нет, мы будем говорить сейчас. Я буду решать, когда ты будешь со мной разговаривать. Так, а это что за динозавр? Надо собираться. Холодок. Мы уезжаем. Что-то случилось? Да. Сейчас не могу объяснить, нет времени. Гришенька, надо собираться. Одевайте его, пожалуйста. Я переоденусь, и мы поедем. Катя, возьми мою игрушку. Хорошо. Все спокойно, все хорошо. Нам срочно нужна ваша помощь. Мне и Грише. Проходите. Не стесняйтесь. Давай, давай. Ну что, молодой человек, располагайтесь. Чувствуйте себя как дома. Здесь мы будем жить. Всегда здесь? Ну, не знаю, как всегда. Как время покажет. Но если что, можно переехать на кухню. Стратегически важный объект. Да, кстати. А помнишь, я тебе обещал пистолет показать? Вот. Старинная вещь. 19 век. Спасибо. Пожалуйста. Так. Спасибо. Ничего. Сейчас будем ужинать. Когда ты мне собирался сказать о ребенке? Чуть позже. Да ты по уши в долгах. Твой стартап уже 2-й год буксует. Так у тебя еще и ребенок есть. Не думай, что я закрою на это глаза. Ты не только закроешь на это глаза. Ты будешь жить с моим сыном и изображать любящую мачеху. Ты спятил. Мальчишка – единственный наследник моего отца и всех его миллионов. Как так? Всех? Да, отец меня прокатил в очередной раз. Так что
Если хочешь хорошей жизни, придется потерпеть. Так и сказал, что Гриша должен жить в семье, а я могу быть свободна. Да, раньше вы называли его личной жизнью. У нас с ним ничего не было, если вы об этом. Хотя, конечно, он клялся мне в любви, но и тут соврал. Я видел их фотографии в сети, но решил вам ничего не говорить. К тому же они расстались, раз он ухаживает за вами. Ему это никогда не мешало. Алиса была моей лучшей подругой, и что? С тех пор, как он получил документы на Гришу, все резко изменилось. Вы были правы, а я устроила скандал. Он отец Гриши. Вы же хотели устроить жизнь мальчика. Но они не ладят. Гриша не хочет жить с отцом. Он все время плачет, он боится, что мы расстанемся. Кать, мне очень жаль. Правда. Но вы не можете забрать себе мальчика. Понимаете? Это незаконно. Может, Дмитрий будет хорошим отцом. Кто знает? Я не знаю. Извините. Алися. Привет. И что ты здесь делаешь? Соскучилась. Слушай, я не ждал сегодня гостей, так что извини. Сегодня не время. Почему? Катя! Извините. Кронина, а что она здесь делает? Я тебе завтра на работе все объясню. Завтра. Завтра? Да. А сейчас можешь идти. Иди. Иди. Хорошо. Простите. Давай перейдем на «ты», а? Прости, если бы не мы, испортили тебе вечер. Ну что ты, я вам очень рад. Искренне рад. Да и дом стал похож на дом, а не на какое-то место, ночлежки. Тогда нам не стоит задерживаться. Тебе нужна своя семья, вот встретишь женщину. Может, я уже ее встретил. Со мной очень много проблем. Завтра мы уедем. Ты куда-то пропал, Дмитрий? Как твои дела? Да дела были, дядь Кирилл. Если вы про Гришу, то у него все нормально. Я просто хотел с ним повидаться. Он сейчас живет с тобой или с мамой? Вы договорились между собой о встречах, об алиментах? Нет, не договорились. Почему? Потому что она не Гришина мама. Нормальный поворот. То есть, насколько я понимаю, твой единственный сын живет сейчас с фактически чужой ему женщиной. Это нормально для заботливого отца? Я как раз сейчас еду на заседание суда по установлению отцовства. Я решаю этот вопрос. Дима, дай мне телефон этой женщины. Кати? Кати. Дядь Кирилл, я сам во всем разберусь.
Я вижу, как ты уже разобрался. Я сам займусь судьбой мальчика. Номер телефона. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Кирилл Дружинин. Я хотел бы с вами встретиться. Алло, опека. Я хотела бы сообщить о незаконном удержании ребенка. Да, женщина похитила мальчика, которого разыскивает его родной отец. Да, данные мальчика есть. Записывайте. Что вы хотели? Прошу. Кто вы такая? И по какому праву удерживаете мальчика? Вы ему никто. А вы ему тоже никто. По какому праву вы меня допрашиваете? Вы обманули меня. Прикинулись Гришиной мамой. Рассчитывали получить его наследство. Какое наследство? Квартиру Алисы? Нет. Все состояние его деда Олега Александрова. Он все оставил своему внуку. А я душеприказчик. Управляю наследством и слежу за благополучием Гриши. Это так, к слову, о моих правах. Я ничего не знала о наследстве. Я думала, Олег Борисович отец Гриши. Он хотел усыновить его как отец. А что вы думаете о Дмитрии? Я о нем не думаю. А почему вы спрашиваете? Он отец Гриши, и по закону мальчик должен жить с ним. А по совести? Своего отца Дмитрий разочаровал. Он многих разочаровал. А вы бы не дали ему шанс проявить себя? Может быть, отцовство его изменит? Может, и изменит. Только Гриша не хочет жить с отцом. А я люблю его как родного. Все гораздо сложнее, чем я думал. У меня нет решения. Поэтому я должен все обдумать. Но я хотел бы увидеть Гришу в ближайшее время. Хорошо. Звоните без колебаний, если вам что-то понадобится. До свидания. До свидания. Гриша – наследник Лексанова. Вот почему он так срочно оформляет документы на отцовство. Ему нужны деньги, а не ребенок. Катя, успокойся. Мальчику сейчас ничего не грозит. Я сейчас поеду к себе и буду собирать вещи. Нужно срочно увозить Гришу из города. Дмитрий не посмеет силой забрать ребенка. Я ему не верю. Я боюсь. Послушай меня, не волнуйся. Я тебя очень прошу, оставайся у себя дома. Я к тебе обязательно приеду. И пришлю кого-то из своих. Алло, опека.
Я вам звонила о незаконном удержании ребенка. Да. Так вот, местонахождение мальчика изменилось. Вы от Кронина? Да, открывай. Гриша! Да отпустите вы меня! Успокой. Гриша! Успокой. Что не сюда, постановление отсутствия. Нет. Забирайте. Нет. Гриша, не здесь. Да отпустите вы меня! Успокой, успокой. Гриша! Катя! Гриша! Да отпустите вы мои руки! Катя!